каждый мужчина, несмотря ни на какие трудности и жизненные обстоятельства, сам выбирает свой путь. Но для этого мужчина должен быть сильным духом, быть опорой как для себя, так и для своих близких. Задайте себе вопрос, готовы ли вы добиваться высших целей, добиваться их, несмотря ни на какие трудности. Мы не призываем вас вести здоровый образ жизни. Мы предлагаем вам посмотреть, как это делаем мы. Мы можем давать детям сотни советов, но рано или поздно они начинают следовать за взрослыми. А какой пример подашь ты?